Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Thomson. Сейчас я покажу вам, как поменять дату и время. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем «Дата и время», отключаем «Использовать время сети», и теперь вручную мы можем настроить дату, выбрав день, месяц и год. И вручную также мы можем настроить время, выбрав часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.